В воскресенье к полудню в детском парке «Малыш» непривычно шумно. Зажигательная музыка, воздушные шарики, попкорн, сладкая вата, аттракционы. Много счастливых ребят. Все они собрались там не случайно. Ведь для них организовали большой праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Сегодняшний праздник чудесный для детей города Одинцово. У нас организовали наши молодые активные «Молодая гвардия». Будет много конкурсов, аттракционов. Чем знаменателен для нас сегодняшний день? Это тем, что «Молодая гвардия» сегодня объявляет о своем официальном открытии. Они становятся отдельной ячейкой нашего общества в районе. Мы с радостью их всегда поддерживаем. И спасибо им, что они показывают своим примером неравнодушие к жизни района. Для малышей подготовили большую развлекательную программу. Пират-огурец встречал детей у входа в парк. А очередь из желающих попасть на аквагрим никак не заканчивалась. Диджеи, ведущие, интересные конкурсы и призы. Все было на лучшем уровне. Виновники торжества веселились и с радостью принимали участие во всех конкурсах. Любой желающий мог сделать селфи возле пресс-волл или профессиональную фотографию с разными животными. Не только дети, но и взрослые оказались под впечатлением от праздничного дня, проведенного в парке. Много счастливых лиц, очень приятно наблюдать, как дети счастливы, такие вот непосредственные, с улыбками, смехом. Это очень замечательное мероприятие. Конечно же, хочется пожелать всем ребятам. Самое главное, чтобы они росли здоровыми, счастливыми, любознательными. По словам организаторов, такие мероприятия проводить необходимо для того, чтобы каждый ребенок мог стать немного счастливее и поверил в доброту людей. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».